такой человек, который всегда придет на помощь, который учит нас чему-то новому, всегда вдохновляет, помогает. Человек, от которого просто струится энергия добра, тепла. И человек-энергия. У нее всегда, всегда много энергии на любые дела, на разные дела. Очень здорово быть в одном лице сильной женщиной, такой прямо стержень, руководитель, который, за которым хочется идти, которого хочется слушать, который может всех держать вроде как в ежовых рукавицах, но с другой стороны, через секунду она может просто стать невероятно милым ребенком, который будет бежать от счастья или смеяться на всю студию, потому что кто-то классно что-то сказал. Это тот человек, который умеет поддержать и найти правильные слова в трудную минуту. А еще она искренне радуется за тех, кто в данный момент счастлив. Поэтому я уверена, что мне крупно повезло, что я имею возможность работать и общаться с таким человеком. Вот, что значит авторитет. Это такий чоловік, для якого немає безвихідних ситуацій. Я безконечно вдячна за одні з найщасливіших моментів свого життя. Чоловік настільки любить те, що він робить, настільки горить цим, що він вдохновляє своїм прикладом окружаючих. Іскренність, вот эта вот доброта именно душевная, она очень подкупает. Действительно, и очень располагает к этому человеку. Хочется, чтобы люди вокруг вас меньше нервировали, ваше настроение не пропадало и не менялось в течение дня, и оставалось всегда на позитиве. Главное, чтобы новинки не забрали. Ладно. Вот, работать над своим маниакальным. Работать над своим маниакальным. Я восхищаюсь вашей любви к работе. Работа — это очень хорошо и очень отлично, когда ты получаешь от нее кайф. Но желаю находить вдохновение и за пределами работы. Вы брали, да? Не трогайте меня! Я тут... Я не могу сказать, что мне у вас нравится и что не нравится, но одно я знаю точно. Вы хороший руководитель, и пусть у вас никогда не возникает желания опустить руки. Сколько было тяжких моментов и профессийных моментов, которые я не разумела, которые у меня не отримывались, и она завсёды подтримывала меня и помогала развиваться и расти. Этот человек повсюду, этот человек везде. Мы все ее очень сильно любим. Вас люблю. Вы вкладываете кучу сил и труда в таких легкомысленных нас. Мы косячим, а вы защищаете и верите в нас до последней секундочки, потому что мы ваши ребята, и больше вам аргументов не надо. Учите иногда задумываться над тем, какого мнения о тебе другие люди, и учите работать над своим маниакальным аппаратом. Я стараюсь, честно. Я даже голову помыла. Вот. Все.